7 и 8 июля паломническая служба Челябинской епархии предлагает отправиться в двухдневную поездку в старинную мужскую обитель в Курганской области. Долматовский монастырь был основан в 1644 году на берегу реки Исеть иноком Долматом. Постепенно монастырь стал центром духовной жизни, просвещения и образования в Сибири. Сейчас обитель восстанавливается. Ее главная святыня, к которой съезжаются сотни паломников, рака с мощами преподобного Долмата Исетского. Есть особо чтимые иконы, образ Божией Матери всех скорбящих радость, Порт-Артурская икона Пресвятой Богородицы. Участники поездки посетят всеночное бдение и праздничную литургию в день памяти преподобного Долмата, отведают монастырскую трапезу, прикоснутся к многовековой истории российского монашества. Отправление 7 июля в 7:00 от Кыштымской, 32, Свято-Симеоновский кафедральный собор. Размещение в гостинице при монастыре –